Всем привет! Необходимо установить потолочный карниз. Стена круглая. Имеем два пластиковых карниза. 2 и 2,5 метра. Карнизы придется резать под определенным углом на небольшие куски и выкладывать полукругом. Отрезаем первый кусок. Сверлим отверстие и устанавливаем. Так же самое и следующий. Клиенты по телефону сказали, нужно установить 2 потолочных карниза. Честно говоря, я не совсем готов к этой работе. Отказать не смог. Если не я, то кто поможет бедным пенсионерам? Никто. Работа нестандартная. Здесь без вдохновения никак нельзя. Подгоняем последний. И сверлим под него отверстие. Теперь все это нужно снять. Для того, чтобы натянуть багет. Не натягивается. Нужно взять растяжку, одну из моих ноу-хау, и немного увеличить паз. Thank you.
сколько нужно милиционеров для того, чтобы установить эту конструкцию. Как минимум 5. А сколько нужно мастеров из салона штор? Минимум 2. Мне же приходится все это делать самому. На всю эту работу ушло около 2 часов. За это время можно было установить 1,5 десятка обычных карнизов. Последние штрихи и... 600 соединений, 700... 60, 70. Берусь мне? Вот, спасибо. А больше нету, нет? Нет. Это все, да?